Всем привет! Вот такой вот фон, опять интересный. Набор ключей Work Pro, который я показывал, пользуюсь. Отличные ключики, для дома самое то. В общем, есть аккумулятор табовский на 60 ампер-часов. Проблема в том, что разрядился. Собственно говоря, я его заряжал зарядником. Я его достал. IMAX B6 AC. Ну, то есть со встроенным блоком питания. Все как бы прикольно, но, в общем, как бы тяжеловато им заряжать. В плане то, что контролировать, надо время выставлять. Почему периодически отрубается почему-то, возможно, перегревается сам блок питания, потому что он горячий. В общем, заказал китайский зарядник. Шикарный нож, который ничего не режет. Вот там видно. Снимаю без штатива, поэтому, если что, извините, придется как бы резать. Не очень удобно. В общем, вот он. Сейчас я его распакую и покажу. Я его достал. Вот такие вот характеристики пишут на коробке. Там три инструкции. Неинтересно. Вот так вот он сам выглядит. Внутри, говорят, есть вентилятор, который откуда-то дует. Ну, вот так вот, что-то на первый взгляд. А, вот он, видно. Видно, что он там стоит. Также два крокодила, вилка в розетку. И, собственно говоря, есть какая-то инструкция. Можно остановиться, посмотреть. Вот, сейчас я его подключу к аккумулятору и посмотрим, взорвется он или нет. Так, погнали. В общем, включил его в розетку. Что-то он показывает. Кстати, почему вот эту штуку не использую, IMAX-овскую? Потому что с нуля не поднимает аккумулятор, когда тот разрядился. В общем, приходится напряжение давать, подзаряжает, потом он запускается. Здесь как бы нам обещают то, что... Кстати, все по-русски продублировано. Обещают то, что все будет круто. То есть у нас не гелевый, обычный. Вообще под гелевый еще взял. Так, теперь самое главное минус плюсом не перепутать. И цепляем плюс-минус. Контакт был лучше. Все, зарядка как бы пошла. Сейчас попробую яркость уменьшить. Ток показывает почти 5,5 ампер, 13,2 вольта. Как бы аккумулятор, по мнению того зарядника, заряжен ну, практически на 80%. Ну, в общем, хотел зарядить полностью. Интересно было. Вот. Здесь как бы обычный режим. Включил самый простой, то есть вот автомобильный, и он все должен сделать сам. Посмотрим. Шумит вентилятор, так что будем ждать, посмотреть. Скорее всего, оставлю на всю ночь. Буду, конечно, периодически поглядывать. Вот, ну и попробую снять утром, что получится. Итак, прошла целая ночь. Аккумулятор зарядился. Вчера, когда установил аккумулятор, здесь вот, обратите внимание, здесь было написано 40%. Вот вообще так вот, в принципе, плохо видно. Вот тут вот видно деление. Было написано, что 40% якобы зарядка аккумулятора. До 80% зарядилась буквально за 4 часа. Вот в целом, то сейчас аккумулятор заряжен. Напряжение на нем 12,7. Вот, если отключить и подключить, не знаю, что будет. Ну, как бы он пытается дозарядить. То есть не показывает то, что аккумулятор вообще полностью мертвый. Вот, кстати, хорошо видно вот так. И вот отключает зарядку. Вот такая вот зарядная штука. Не подвела. Проработала всю ночь. Ну, вроде как даже зарядил аккумулятор. Так что, если кому надо, наверное, можно пробовать брать. Провода несъемные, что хорошо или плохо, решать вам. Так что, всем пока.